Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Мы сейчас выполним упражнение 67 на странице 45 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Прочитайте, спишите текст. Объясните про описание выделенных букв. В воскресенье пришел медведь на пасеку за сладким медком. Медведь. Парное согласное «д» проверочное слово «медведь». Сладким. Парное согласное «д» проверочное слово «сладок». Медком. Парное согласное «д» проверочное слово «медом». Пчелы защищали свой улей и жалили медведя и в нос, и в глаз, и в бровь. Нос. Парное согласное «с» проверочное слово «носы». Глаз. Парное «з» проверочное слово «глаза». Бровь. Парное согласное «в» проверочное слово «брови». Еле ноги унес медведь с пасеки. Почерните главные члены в первом предложении. В воскресенье пришел медведь на пасеку за сладким медком. В этом предложении говорится про медведя, подчеркиваем одной чертой. Это подлежащее. Медведь что сделал? Пришел. Это сказуемое, подчеркиваем двумя чертами. Назовите слова, которые нельзя переносить с одной строки на другую. Это слова, которые состоят из одного слога, или у которых первый слог, или второй слог состоит из одной гласной буквы. Это слово «свой», «улей», «нос», «глаз», «бровь», «еле», «унес». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.